Всем привет! Сегодня мы рассмотрим очередной паттерн. И как вы думаете, какой? Попробуйте догадаться. Конечно же, это прототип. Об этом вы прочитали в заголовке видео. Вот, молодцы. Так вот, прототип. Что такое прототип? Прототип... То есть от слова прототип мы должны уже понимать, что это что-то, да, там есть какой-то, ну, опять-таки, прототип, вот. И создаются объекты на основе вот этого существующего прототипа, то есть происходит клонирование. Вот, то есть в чем фишка? У нас есть какой-то один готовый уже объект настроенный, а вот определенного типа, либо могут быть там несколько объектов этого типа, но по-разному настроены. И в процессе работы программы новые объекты этих типов создаются с помощью копирования существующих. То есть уже не создание, а копирование. В чем же фишка? Фишка в том, то есть этот паттерн очень хорошо применять тогда, когда создание объекта занимает какое-то время. А копирование этого объекта из существующего происходит гораздо быстрее. То есть, например, ну, мы уже предыдущие примеры там рассматривали, там в примерах рассматривали всякие там игры, ну, персонажей, вот. Так и здесь, например. Например, у нас что у нас? У нас есть какая-то, опять-таки, эта игра. И там есть персонажи, но управляемые не человеком, а компьютером. Вот. И их называют по-разному. Боты, мобы, ну и всякими другими нехорошими словами. Вот. И, соответственно, их может быть много разных. И фишка в том, что, к примеру, при создании объекта, то есть у нас вот есть волк, медведь, там и кролик, или заяц. Вот, происходит чтение характеристик из файла, например. Либо же постоянно при создании объекта надо запросить данные у сервера. Ну, мало ли, может быть, фишка игры такая, что она в режиме балансировки, то есть какая-то альфа. И эти данные могут каждый день меняться, то есть составные характеристики. Соответственно, это... На это происходят какие-то затраты, то есть соединиться с сервером, получить данные, распарсить и создать объект. Соответственно, это если у нас мобы, боты, там, вот, карта какая-то, там, поля, леса. И этих вот ботов много. И при каждый раз при создании этих объектов, то есть тратится какое-то время. Гораздо проще было бы потратить это один раз на один конкретный объект, то есть запросить у сервера данные, либо же опять-таки прочитать с файла и хранить его как прототип. И дальше на этапе работы просто делать копии, клонировать. Вот, соответственно, в этом случае скорость очень сильно повышается, скорость работы программы. Вот. Поэтому для таких целей и был придуман и разработан такой паттерн под названием прототип. Вот. То есть прототип схож на предыдущие паттерны, что мы разбирали. То есть он схож и на фабрику. Но, а иногда и не схож. То есть подчеркиваю, даже не то, что подчеркиваю, а говорю, реализаций много может быть. То есть этих прототипов. Вот. И применяются, они могут применяться часто и в связке, и с фабрикой, и с одиночками. И сам прототип может быть одновременно и одиночкой, и прототипом. То есть реализации уйма. Мы их все рассматривать не будем. Самое главное — уловить идею. Так вот, идея в чем? Держать один какой-то объект. И когда нужно, делать копии его. Вот. Соответственно, для этого у всех классов, которые являются прототипами, конструкторы
по умолчанию, копирование, они, как правило, скрыты. Вот. И получить объект этого типа мы можем только с помощью операции клон, то есть функции клон. Вот в данном случае мы видим, да, есть интерфейс какой-то для AI, там, искусственного интеллекта, юнитов. Вот. И есть у нас виртуальная функция клон, которая возвращает указатель, в данном случае умный указатель UnicPTR. Вот. Это конкретно в моем случае подошел UnicPTR, но не всегда он сможет подойти. Иногда проще именно реализовать, это возвращать просто указатель. А потом уже с этим указателем тот, кто запросил этот объект, уже делает, что хочет. Может поместить в умный указатель, а может никуда не помещать. То есть это вот этот пример, это конкретно вот для этой задачи, которую мы сегодня рассмотрим. Она такая у нас тут будет медведь, бороться с волками и с зайцами. Вот. И у нас довольно-таки серьезная математическая модель каждого из этих животных. И мы для того, чтобы не выезжать в лес, можем определить, кто же сильнее, сколько медведь побьет волков и кроликов. Ну, я думаю, вы поняли шутку. То есть никакой математической модели здесь нет. Здесь просто есть атака от фонаря поставленная, там, защита жизни. Вот. И то же самое для волка и кролика. Вот. Так вот, вот у меня есть класс, да, вот структура, которая, давайте вот так вот схематически просто опишем. Схематически опишем, что у нас должно быть. По-хорошему, в классической реализации этого паттерна. И вот здесь пусть protected. Возможно, кто-то будет наследоваться, но даже невозможно, обязательно. И вот здесь у нас скрыты от пользователей конструкторы. Также там конструкторы копирования. Вот. Ну, операторы присваивания. Ну и, соответственно, деструктор. Есть обязательно virtual. Так как мы уже предполагаем, что будет наследование, а если будет наследование, нужно, чтобы вызывался деструктор того объекта, какого он типа. Вот, это мы понимаем, для этого есть такая штука, как virtual. Вот. И вот классическая такая схема, да. То есть у нас есть операция клон, которая возвращает указатель на объект этого типа, то есть на один из там детей, да, ну, в иерархии наследований. И конструкторы у нас скрыты. А вот. И здесь, ну, что здесь можно сделать? Конструкторы у нас закрыты. Соответственно, можно сделать это одиночкой, этот класс одиночкой. Так, давайте не будем сейчас усложнять, не одиночку, лучше вы сами с этим разберетесь, но вот такая классическая схема. Вот, то есть, соответственно, он может быть одиночкой, и когда мы можем создать объект, там, описать какую-то функцию, instance, вот, и в этом случае статическую функцию, в этом случае этот объект, этот класс будет одиночкой, и у него будет открытая функция клонирования. Но в этом случае, если мы делаем такую одиночку, то там, если одновременно это и одиночка, и прототип, то есть некоторые сложности в реализации, будут некоторые сложности, вот, когда мы начнем наследоваться. Второй способ, можно определить фабрику. И в этой фабрике уже иметь готовые объекты, а фабрика сама нам будет создавать. Мы будем, фабрику мы уже знаем, то есть что-то, аналог тут фабрики, и будем говорить, создай нам волка, медведя, там, кролика. В данном случае у меня здесь есть пример некой фабрики, можно ее так назвать. Вот, и давайте посмотрим на эту фабрику, к примеру, да, вот есть фабрика этих юнитов,
И вот здесь у меня есть открытые функции создать волка, медведя и кролика. Вот. И здесь есть статические объекты объявлены, static. Соответственно, они создаются один раз, и при каждом вызове у нас делается копия вот этого объекта. То есть это один раз проинициализировалось, и копия делается. Но конструкторы у нас скрыты, соответственно, вот это не должно по-хорошему работать. Не должно, но язык C++, он такой, что он очень богат возможностями, и можно делать что угодно. Для этого все есть, для того, чтобы что угодно делать. Так вот, смотрите, я наследуюсь, и в данном случае волк у меня получается. И здесь есть такая штука, как friend. У меня лекции не было по этому, но я не знаю, будет или не будет, есть ли смысл, потому что эта тема не такая уж и сложная. Вот, ну в чем фишка friend? Я говорю, что есть дружественный класс. Вот он. Соответственно, если он дружественный, то есть можно объявлять дружественные классы, дружественные функции. Значит, если вот этот класс дружественный, значит он, где он у нас, вот он, имеет доступ к скрытым членам. То есть в данном случае имеет доступ к протектор. А конструкторы у нас, как мы видим, в секции протектор. Вот. Соответственно, в каждом наследнике я указал, что есть некий дружественный класс, и он может обращаться к конструкторам. Но в этом случае вот у нас они приватные, то есть закрыты. То есть, соответственно, друзья могут доступаться к закрытым и защищенным данным. То есть это секции Protected и Private. Вот. Далее. Соответственно, у нас там описаны они как статик. Это у нас один раз, мы знаем, инициализируется объект. То есть один раз, каждый раз вызывается конструктор. В конструкторе я инициализирую каждый объект какими-то данными. То есть в данном случае это эмулируется, как будто бы идет запрос к серверу. То есть идет задержка в одну секунду. Вот. И на этом этапе как бы идет загрузка. Я вычитал эти данные и сохранил их. И, соответственно, вот он, этот объект, он есть в памяти, и он никуда не девается. И далее мы его уже можем копировать. Теперь смотрим операцию, функцию клон. Вот она, так. Для волка. Ну, в данном случае, здесь, там, вот эта операция копирования, она сгенерена будет компилятором, и мне нет необходимости описывать конструктор копирования. Но вы должны понимать, что вот таким вот образом, если вы опишете конструктор копирования, то вот таким вот образом, ну вот давайте попробуем сделать. Так как у UnicPTR нет такой штуки, как конструктора копирования, потому что это уникальный. Можно использовать здесь shard PTR, а ну, для этой задачи я бы вообще не использовал эти умные указатели, я бы просто использовал бы обычный указатель. Так. Вот, если мы это сделаем, то на этом этапе мы получим просто ошибку компиляции. Вот. Потому что вот здесь нету конструктора копирования. То есть он на этапе компиляции, он будет сгенерен, и все отлично. То есть для меня это вполне подходит. Почему подходит? Потому что в базовом классе у меня есть только вот в базовом классе основные там характеристики. Где они? Блин, вот они. То есть вектор этих характеристик, тип зверя и живой он, не живой. Все. В наследниках у меня ничего нет. У меня здесь только функция атак. Перекрыто, вот, и то только потому, что вот у меня для кролика есть одна атака, то есть кролик пытается или заяц 10 раз атаковать, и на каждой итерации вот, давайте изменим на 3. Случайным образом, если выпала единичка, то кролик атакует какую-то цель.
Вот, ну, такой злой кролик, он маленький, силы у него мало, но он может много раз атаковать. Вот. У медведя, когда он атакует, есть шанс, что он, ну, как-то кролик его куда-то больно может укусить, и, соответственно, он может разозлиться и атаковать повторно. У волка же все просто, одна атака за один выстрел. Вот. Вот, соответственно, я здесь только это перекрыл, и все. Дальше, ну и конструкторы, понятно. Соответственно, вот здесь будет сгенерен конструктор копирования, и на этом этапе мы будем копировать готовый объект, то есть объект, тот объект, который вызвал эту функцию. В данном случае в фабрике, то есть будем так называть, да, как бы, ну, фабрика, в принципе. Вот здесь уже будут проинициализированы объекты. И этот объект каждый раз будет вызывать копию себя. Вот. Но есть определенная сложность. Сложно клонировать объекты, которые имеют ссылки на другие объекты. То есть, если в данном случае у нас были бы очень сложные объекты, и здесь имелась бы куча данных каких-то, и плюс еще указатели ссылок на другие объекты и т.д. т.п., то довольно-таки сложно хорошо сделать операцию клонирования. То есть хорошо это имеется в виду, ничего не забыть. Вот, чтобы не было такого, что два объекта хранят ссылки на какой-то другой объект по одной ссылке, ну, одну и ту же ссылку. Вот, то есть где-то забыли скопировать или выделить память. Вот, вы должны всегда помнить, что операция клонирования, где она у нас еще раз, вот она, в этой операции клонирования вы должны склонировать, вы должны вернуть копию готового объекта, но скопировать. Соответственно, вы вот здесь можно было бы в этом, к примеру, не, ну, описать какой-то конструктор копирования, и в котором, ну, в данном случае описывать не буду, потому что в связке с MakeUniquePTR это будут ошибки. Но, к примеру, то есть существующий объект, и берем тот, который был вызван. И у него вот так вот происходит копирование. То есть, я думаю, вы видите. Так, еще раз. Вот. То есть вот создается объект какой-то, это все в конструкторе копирования. А это тот, который уже готовый. И вот на основе готового мы создаем копии. Вот, то есть это вы должны помнить. Это в моем случае можно делать вот так. Вот. Ну, доберусь до блога, то я там опишу как бы с конструктором копирования. Вот. Но до блога я доберусь тогда, когда в том же блоге про лямбда напишу. Я начал писать, но так и не дописал. Вот. Так вот, то есть идею, я думаю, вы поняли. Конструкторы скрыты. Ну да, здесь нужно было бы еще скрыть конструктор копирования и т.д. и т.п. Но в моем случае это не надо. Это как демонстрация. Вот. Открыть функцию, создать метод функцию clone, в которой делать копии готовых объектов. Вот. И вот у нас фабрика такая. Она не сложная, она очень простенькая. Вот, то есть, как бы одним из преимуществ прототипа является то, что уменьшается количество классов и подклассов. Вот, в данном случае у нас вот есть конкретный класс и конкретный фабричный метод или фабричная функция. Все. То есть нету еще там прослойки из одного или двух классов. Вот. То есть есть какая-то простота. То есть уменьшается количество кода, уменьшается там повторяющийся код, ускоряется создание объектов, это в любом случае. Но опять-таки, прототип, запомните, нужен действительно тогда, когда создание объекта занимает какое-то время. Хотя можно и так использовать. Тут эти пути, как и где использовать, где угодно и как угодно можно использовать. Вот так. Вот. Но не забываем, что нужен конструктор копирования.
И если у вас в этих объектах, классах, есть какие-то указатели, то не нужно полагаться на конструктор копирования, который будет сгенерен по умолчанию. Потому что все мы понимаем, что если есть указатель чистый, то другому объекту присвоится такой же указатель с таким же значением. По факту два разных объекта будут ссылаться на один и тот же объект. То есть это неправильно. Это вы должны помнить. То есть в каких-то из лекций я об этом говорил. Вот. Вот. То есть если тут лишнего поубирать, то здесь не так уж много и кода будет. Но лишнее мы убирать не будем. Потому что нам нужно все-таки определить, кто, сколько медведь выдержит атак кроликов и волков. Ой, короче, в данном случае у меня цикл 25 итераций. И вот здесь есть такой рандом от 0 до 4, то есть 0, 1, 2, 3. Если выпадает двоечка, создается волк. Иначе создается кролик. Или заяц. По-моему, это заяц. Дальше. А дальше у нас такой бесконечный цикл. До тех пор, пока медведь не помрет, либо до тех пор, пока не помрут все враги. Вот. И здесь я, вот, враг. Перебираю врагов, и каждый враг атакует медведя. В любом случае. А мы помним, у нас есть злые зайцы, которые могут, если небо так... Ну, к примеру, небо. Действительно, небо может так дать, что заяц все 10 итераций, вот у него функция так, цикл из 10 итераций, всегда будет выпадать правильный рандом. Вот. А это в каком случае может быть? Ну, к примеру, такая игра, в которой каждую неделю меняется сезон. Да? А раз в месяц год. То есть, к примеру, да? И, к примеру, год зайца. Соответственно, если это год зайца, то зайцы очень злые и проводят 10 атак, даже 11 атак из 10. Вот. Короче, в любом случае враг всегда атакует медведь. Ну, здесь рандом, и если он выпадает, то медведь делает ответку. А там, если еще раз повезет, то медведь и второй раз ударит. Вот функция атак медведя. Дальше смотрим, если враг уже не жив, то есть если не из лайв, да, то мы просто подсчитываем статистику, сколько было убито волков и кроликов. И удаляем из списка, в данном случае это у меня список, и удаляем из списка этого мертвого врага. Вот. В данном случае... Список у нас есть, мы еще не рассматривали, но. Вот здесь мы видим begin и end. Это итератор, это тоже такой паттерн. Почитайте, что это. Вот, со временем будет у меня лекция, что такое итератор. Так вот, нам обязательно нужно вернуть указатель. То есть обычно операция удаления возвращает указатель на следующий элемент списка. Нам обязательно нужно вернуть его и переприсвоить. Потому что если мы просто удалим этот объект, то он будет пустой. Соответственно, будет попытка там сместиться от этого пустого объекта, а он уже удален, и в результате поведение программы не определено. В данном случае список должен возвращать указатель на следующий за удаленным элемент. И мы переписываем это enemy, соответственно, или на элемент перед удаленным. По-моему, перед удаленным, потому что у нас потом происходит операция смещения на следующий. Вот. И все хорошо работает. Так, и что у нас тут дальше проходит? Если, короче, мертвый, вот он, если мертвый, то веду статистику. А дальше, когда эта вся ерунда заканчивается... Ага, наш вот тут заканчивается. А, вот. А, и в конце, когда все враги поатакуют... Если медведь, у него еще жизни много, больше нуля, наверное, больше давайте сделаем, то он, я сделаю функцию хилинга, да, восстанавливает жизни. То есть на первом этапе восстанавливает 50 жизни,
А дальше давайте вот так вот будем уменьшать на 10, потом на 40, на 30, на 10. Ё-моё, это не то. Вот. И на 0. Давайте больше. Вот. Вот. Не, больше равно. Ну и дальше, если врагов нету, медведь выиграл. Или если медведя нету, то враги выиграли. И смотрите, что еще хотел обратить внимание. Так как у нас каждый объект это прототип, то мы на каком-то этапе можем что сделать? Склонировать. Так? То есть в этом случае вы должны понимать, что клонируется не тот объект, который у нас вот в фабрике есть, он целый целеханек, и все у него проинициализировано, он жив, здоров и даже не кашляет. Вот, а на этом этапе у нас клонируется бир. Вот готовый объект. В данном случае склонируется мертвый. То есть, ну, нам мертвый не нужно. А, к примеру, мы можем вот здесь. Ну, давайте сначала запустим вот это. То есть вы должны понимать, что еще можно клонировать на ходу готовые объекты уже с, там, с измененными жизнями. Ну, в данном случае была задержка в 3 секунды. Потому что эмулировалось, то есть в каждом конструкторе у меня как будто бы идет запросы. А дальше было создано 25 объектов, и уже никаких задержек не было. Была операция копировать. Но в данном случае 17 зайцев или кроликов загрызли медведя. И 8 волков было. Ну, я думаю, вы можете проэкспериментировать с этой математической моделью. Кто круче, 10 волков или 20 зайцев? Вот. Но в данном случае нашего медведя побили. Побили, хорошо. Но что мы можем добавить? Мы можем добавить некий если ранд равно 1. Если выпадет единичка, то давайте склонируем нашего медведя. Вот так вот будем клонировать. Склонировали и вызовем атаку. Тут звездочка enemy, это потому что это у нас итератор, это мы разыменовываем указатель и получаем доступ к объекту. Вот об этом я забыл сказать. Вот, к примеру, ну, зачем мы это сделали, не знаю, но фишка в том, что мы можем еще склонировать. Вот. Ну, здесь можно было бы, знаете, что добавить, там, типа, когда мало жизни, то есть у медведя узнать, сколько жизней. Вот, если у него мало, то есть какая-то вероятность, что будет копия этого же медведя. Вот. Копия этого медведя, у которого мало жизней, то есть скопируется, но у него, к примеру, могут быть увеличены атрибуты атаки. То есть получается, знаете, там медведь дерется, потом мало жизней, включается какое-то там умение, и он клонируется. А у него опять-таки там мало жизни, но у него там атака очень огромная. И броня, к примеру. Вот, это здесь тоже можно прописать. И вот, и соответственно, очень легко как бы создать на каком-то этапе копию, готовую копию, и копию вот этого готового объекта, у которого уже подкашливает. Вот. Кроме того, мы можем в фабрике посоздавать там обычный волк и необычный, да, и хранить эти прототипы, и просто вызывать копии. То есть здесь у нас только один объект, а мы можем настроить, что у нас несколько уже настроенных объектов. То есть, понимаете, нам уже не надо каждый раз настраивать, конфигурировать, ну, создавать наши объекты. Мы здесь можем прописать их несколько. И в процессе работы программы вызывать, то есть клонировать нужный нам объект. Вот. Вот. Ну, и, соответственно, это мы уже проходили, да. Каждый объект, вот в данном случае медведь, может себя вдруг клонировать. Вот. И нам не нужны никакие фабрики или еще что-нибудь. Вот. То есть по ходу. То есть довольно-таки неплохая гибкость опять-таки появляется.
Вот, и все такое. Так, ну давайте еще раз, пару раз запустим, пока медведь не выиграет. Так, 3 секунды проходит. Блин, волков много. Опять проиграл наш медведь. Давайте еще раз. О, медведь выиграл, смотрите. 8 волков и 17 кроликов медведь побеждает. Неплохо. Неплохо. Что мы можем сделать? Какой мы можем вывод сделать? Что если кроликов в два раза больше, чем волков, то они победят медведя. Правильно? Правильно. Да нифига. Если будет волк один, а кролика два, значит они все равно проиграют. Вот. Ну, вы можете поэкспериментировать с этой математической моделью. Вот. Повносить данные. Ну, мало ли, может, вы живете где-то возле леса. И разводить волков нет возможности, но есть возможность разводить. А давайте вот так вот сделаем. Это никогда не выполнится, чтобы у нас создавались только кролики. Посмотрим, 25 кроликов завалят медведя или нет. Или зайцев там. Так, запускаем. Запускаем и смотрим. Нет, 25 кроликов не получилось. Ну давайте 50. А, надо было посмотреть, сколько медведь раз убил. О, смотрите, 23 кролика убили медведя. Блин, а что ж такое? Ну давайте 30 для гарантии. Там, наверное, тоже рандом работает. Эти кролики совсем, наверное, злые. И по 10 раз медведя атаковали. Смотрите, в этом случае 30. Короче, для гарантии надо, я думаю, 40 кроликов, чтобы убить медведя. Вот. Вот, ну, тут даже 15 хватило. Ничего себе. Ну, это для гарантии, для 100% гарантии 40 хватит. Вот, смотрите. Почти всех убил, то есть 38 кроликов. Еще 2 остались живы. Нормально. Вот, ну, я думаю, на этом все. То есть, самое главное, чтобы вы словили идею. Конструкторы скрываем от греха подальше и оставляем операцию клонирования. И эта операция клонирования, используя конструктор копирования там или это зависит от языка, потому что эти паттерны же применимы ко всем объектно-ориентированным языкам. Где-то может не быть каких-то операций или перегрузок или еще чего-нибудь, но обязательно нужно скопировать. Здесь я полагаюсь на то, что сгенерит компилятор по умолчанию. Но вы должны быть всегда аккуратны. Он не все может сгенерить по умолчанию корректно. Вот вы должны убедиться, что создается копия. Вот. Поэтому все. Всем спасибо за внимание. Делимся. Обязательно подписываемся. Потому что если вы не подписаны, мне кажется, даже вот это у вас собираться не будет. Будут ошибки. Вот. Ну и ждем новых видео. Все. Всем пока.